Привет, меня зовут Женя, и это Movavi Vlog. Сегодня я хочу рассказать вам о технологии под названием «Картинка в картинке». Она может пригодиться вам для решения самых разных творческих задач и расширит ваши возможности при работе с видео. Давайте посмотрим, в каких случаях ее можно использовать. Например, вы хотите показать одну и ту же историю с двух ракурсов. Это часто используется в телетрансляциях, вебинарах и онлайн-включениях. Используя этот инструмент, можно добавить облачко в ваше видео, чтобы выразить мысли героев. А может, для наглядности вы хотите вставить в видео интерфейс телефона? Чтобы добавить логотип, применяется эта же технология. Итак, я покажу вам, как добавить картинку в картинке на примере трансляции. Откройте ваш видеоредактор и добавьте необходимые файлы. Поместите второе видео выше основного, чтобы оно оказалось на новой дорожке. Кликните дважды по видеоклипу на верхнем треке, чтобы перейти в режим редактирования. Убедитесь, что включена функция «Картинка в картинке». Измените расположение и размер. Откорректируйте настройки цветов, длительность, используя соответствующие функции. Ну что, друзья, теперь вы знаете о технологии «Картинка в картинке». Используйте ее в своих видео, чтобы добиться нужного вам эффекта. Вам также может быть полезен вот этот выпуск, в котором Рома рассказывает, как добавить взрыв в видео. Оставляйте ваши комментарии, если это видео было интересным для вас, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные советы. Желаю вам творческих успехов! До скорого!